вами собрались, чтобы встретить два самых первых весенних праздника. А вы знаете, какие это праздники? Просто чтобы не трогали, ладно? Какие? Вы правы. В 2016 году народ Казахстана впервые отмечал День Благодарности. Он у нас теперь будет отмечаться 1 марта. День Благодарности – это прежде всего день торжества президентской политики мира и согласия, благодаря которой в Казахстане царят покой и гармония, взаимное доверие и уважение всем казахстанцам. Это низкий поклон благословенной казахской земле и народу, принявшему по-братски и одарившего заботой и гостеприимством миллионы людей разных национальностей, приехавших в Казахстан порой в результате трагических событий. Казахский народ принял их боль как свою собственную, и это навеки сблизило наши народы дружественными отношениями между людьми разных национальностей в нашей стране. Сейчас на сцене ансамбль гитаристов. В их исполнении прозвучит русская народная песня, обработка Иванова Крамского «В низенькой светелке», руководитель Иванкова Дарья Сергеевна. А сейчас на сцене Синицына Валерия. Слова и музыка Петришовой «Я рисую». Радугу в небе нарисовать самый яркий солнце.
Жая Умса, Аксиса, исполнит Жапакова Жадыра. Снова музыка зовет.
музыка зовет, снова музыка меня. Доброты. Шмидт, Микки Маус исполняет Васюткевич Елизавета. Я иду по городу.
Я иду по главной улице и пою весенний джаз о том, что кончилась зима, невероятная зима. Зима такая снежная, чудесная, и к нам опять придет она, такая юная весна. И снова просыпается природа. Ла-ду-бау, ба-ду-ба-пау, ба-ба-ду-бау. Да будет водитель на перекрестке, пас тобой с улыбкой пропускает нас. Ну, девчонки, молодцы, проходите, близнецы. Мы идем по главной улице и поем весенний джаз о том, что кончилась зима, опять оттаяли дома. И нет плохой погоды у природы. Проснись, зимой пришла она, такая юная весна. И снова просыпается природа. Остается.
музыка струны, гамма-ман, на сцене хор первых классов. Руководитель Исаева Дарья Мухаммедовна. Наш концерт окончен. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!